Талантливый человек талантлив во всем. Однажды для работников ЦАМ стало откровением то, что профессор, доктор технических наук, действительно член Российской академии естественных наук Анатолий Николаевич Петухов – большой художник. Как говорит про себя Анатолий Николаевич, он представитель того поколения, которому досталось всего с лихвой. Детство прервала война, тяжелые послевоенные годы. Но самыми первыми работами будущего художника были карикатуры на Гитлера, которые он присылал своему отцу на фронт. В июне 2015 года Анатолий Николаевич отметил свое 80-летие. По-прежнему работает в ЦИАМ, занимается живописью. Во всех этих направлениях Анатолий Николаевич реализует себя как настоящий зрелый и очень вдумчивый художник. И даже если вот вы посмотрите пейзажи, по ним сразу видно, что любовью к природе, и не только просто в природе пропитаны все его произведения, но и вы можете увидеть там как произведения, как пейзажи со всей нашей страны. Я вот видел крымские пейзажи, но самое главное, это я отметил его любовь к родному Подмосковью, в особенности к Лыткарии. Вы можете увидеть огромное количество лыткарийских пейзажей, которые я вот с огромным удовольствием просто посмотрел. Портреты, натюрморты и пейзажи. В экспозиции представлено 92 картины. Работать мастер привык быстро. Как правило, картины пишутся за 1-2 дня. Но бывает, что и за несколько минут, если удалось застать в определенный момент впечатляющую натуру. Ученый и художник Анатолий Петухов умеет сочетать логику с чувством прекрасного. Если у вас все логично, стройно, это так и получится. Переход от одного к другому. А если вы где-то что-то сфальшивили, оно тоже будет вылезать. Что научно? Ну, конечно, это перспектива, чувствовать, обязан чувствовать объем и прочее. А цвет в науке, там тоже много цвета. И черного даже больше, чем светлого. Выставка «Как прекрасен этот мир, береги его» будет работать на втором этаже Дворца культуры «Мир» до 7 ноября. Григорий Козов, Алексей Устинов, телеканал «Лыткари».